Надеюсь, что с Мёртвым Гребором все будет в порядке. Серьезно, там он получил. Сейчас его осмотрят врачи и узнают, будет ли он дальше продолжать борьбу. Давайте аплодисментами, аплодисменты Мёртвому Гребору, которого сейчас может поставить помощь, но я думаю, что все-таки серьезных травм он не получил. Итак, друзья, ждем с нетерпением Христа. Дальше смотри сюда, к бокам. Видел? Да вот, смотри!